Осенью на ТРК «Украина» начался показ 40-серийного комедийного сериала «Люся Интерн». Это история 50-летней женщины Людмилы Жук, которая решила полностью изменить свою жизнь и доказать, что никогда не поздно заняться любимым делом. Ее случай – стать доктором и лечить людей. Но Люся и другие интерны постоянно попадают в смешные ситуации. Зрители отметили, что сериал получился легким и забавным и интересуются продолжением. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Люся Интерн» может быть назначена на осень 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.